На какие ювелирные изделия вы, как правило, обращаете внимание, отправляясь в ювелирный магазин? Ну, наверное, вы смотрите на серьги, на кольца, на цепи. Мне кажется, мы с вами часто забываем про то, чтобы украсить одно из самых сексуальных частей нашего тела, про запястье. Именно поэтому я сегодня с большим удовольствием представляю вашему вниманию браслет. Носит он название Гарибальди, и неспроста это фантазийное интересное плетение. Очень богатое и сложное, мы позже его подробнее рассмотрим, а сейчас я хочу ваше внимание обратить на стоимость. У нас продолжается распродажа ювелирных изделий, и сегодня данный браслет вам обойдется всего лишь в 1390 рублей. Уважаемая телезрительница, ваша выгода сегодня составляет 600 рублей. Представляете, то есть буквально одну треть стоимости браслета мы вам просто дарим. Давайте рассматривать его подробнее. Вы видите, что у нас здесь замочек карабин, самый надежный для браслета. Это очень важно, ведь я уверена, вы эмоциональная и часто много двигаете руками. Чтобы не потерять его, вам и мне тоже, и нам всем, каждый из нас, необходим именно такой надежный замок. Здесь же мы видим пробу и клеймо завода изготовления. На каждом нашем изделии проба имеется, потому что мы предлагаем вам ювелирные украшения, а не бижутерию. Сразу же с удовольствием продемонстрирую вам паспорт. Что мы читаем на этом паспорте? Ну, во-первых, золочение. Это значит, что у нас в данном случае позолочен браслет, он покрыт позолотой. Серебро в основе этого произведения ювелирного искусства, серебро 925-й пробы. И в данном случае вы видите, я демонстрирую вам паспорт браслета длиной 19 сантиметров, и вес его стремится к 4 граммам. А цена какая доступная? Это стартовая цена, в зависимости от длины браслета она меняется, но скажу вам, не очень заметно. Всего у нас есть для вас варианты длины от 18 до 20 сантиметров. Определяйтесь сами, как правильно выбрать длину браслета. По идее, она должна быть, эта самая длина браслетки, такой вот длины, чтобы вы могли палец определить между браслетом и запястьем. Но я знаю, что женщина каждая решает для себя, как комфортно, как индивидуально привыкла. Вы видите, что у нас подобного плетения, а точнее идентичного, имеется и цепочка. Она тоже называется Гарибальди, и на нее стоимость более чем особенная, ведь сегодня эта цепь наша специальное предложение. Цена цепочки 2150 рублей. Особое специальное предложение подразумевает, что цена еще меньше, чем скидочная. Действует она только до полуночи. Но что касается браслета, это вообще подарочное предложение. 1390 рублей. Распродажа на канале Шоп-н-Шоу в рубрике «Украшения» продолжается. Давайте еще раз посмотрим на застежку. Я хочу ваше внимание обратить на то, как плавно и гармонично во всю эту комбинацию вливается замочек, он не выделяется. Знаете, нередко, увы, так бывает, что замочек выбивается из общего плетения, нарушает всю комбинацию, всю задумку автора. Когда я вижу подобные изделия, я сильно расстраиваюсь, потому что я лично выступаю за гармонию в ювелирном деле, ведь это такое тонкое, необычное произведение искусства, ювелирное любое украшение, поэтому все здесь должно быть продумано. Обратите, пожалуйста, внимание на ширину браслета, на каждого звена. Сейчас вместе мы ее измеряем. И ширина у нас здесь порядка 3 миллиметров. Если вы ни разу еще не делали покупки с каналом Шоп-н-Шоу, вот тот самый лот, которого вы ждали, ждали, ждали и дождались. Посмотрите, какое доступное предложение. И уж точно не только разнообразит, но и украсит вашу личную коллекцию ювелирных изделий. Пополните сейчас свой ювелирный гардероб именно этим браслетом. Я тем более вам советую брать его в паре с цепочкой, для того, чтобы у вас было... С одной стороны, такое базовое решение, цепи, браслет одного плетения, а с другой стороны, все это будет выполнено фантазийным плетением. Обратите, пожалуйста, внимание, необычнейшее плетение, волшебное. Такое плетение вы запросто можете носить отдельно, даже без подвесочки, если речь идет о цепочке. Поэтому торопитесь, принимайте решение как можно быстрее. Каждое наше изделие представлено в ограниченном количестве. Это все эксклюзивные коллекции и партии. Стоимость цепочки актуально только сегодня до 12 часов ночи. 2190 рублей. Стоимость браслета и того меньше, она буквально смешная, она вас порадует. 1390 рублей. Итак, цепь 2190
150 рублей, браслет 1390 рублей. Ну, даже почти в два раза дешевле. Это более чем доступное предложение. Украшайте свои запястья, милые женщины, вместе с нашей рубрикой. И будьте прекрасны.